В Америке молоко продают галлонами. Один галлон молока, это почти 4 литра, стоит 3,99. Вот видите, разный процент жирности, зависит от марки. А вот есть галлон молока за 10,99, $11 плюс текса. То есть вот это вот 4 литра, оно будет стоить почти $12. То есть за молоко заплатить $12. Типа элитное. Вот его иногда снимают, показывают, что в Америке молоко дорогое. На самом деле, в принципе, галлон молока можно и за 2,79 купить. В зависимости от марки. Тот же самый галлон, просто другой фирмы, будет стоить намного дешевле. А вот здесь 10,99. Ну, честно сказать, это вот самое дорогое молоко, которое я видел в жизни. Именно здесь. Это такой магазин, где продукты из Восточной Европы. Эти домашняя сметана, вот здесь с большой наценкой. Они, конечно же, ее на экспорт делают, но все-таки вот американская, допустим, дешевле. Потому что тут по объему еще нужно смотреть. Вот тут 3,65, в два раза больше объем, да, чем вот израильская, то есть. В основном сюда поставляют продукты из Польши, из Украины, из Восточной Европы, из Прибалтики, Латвии, Эстонии, Литвы. Ну и американские тоже есть. Что такое? Отдел. Здесь даже разделение по странам есть. Можно зайти в любой из них и посмотреть на цены. Здесь в данном случае они позиционируют себя как очень свежие, очень хорошего качества продукт. Хотя, ну, цены разнятся, как ммы видели, от $11 до там 3. Нормальные американцы покупают галлон молока за 2,79, ну, это 4 литра. Но есть те, которые вот хотят что-то такого эксклюзивного, милости просим, Garden Fresh Market.